Здравствуйте, уважаемые угличане! Мы с вами на окраине Соснового Бора под Угличем, по правобережью. Здесь рядышком граница с низиной, с такой заболоченной. Очень такой заболоченный лес, смешанный еловый, сосново-березовый. Там очень много бурелома, ветровала. Поэтому то, что мы перед нами... Вот такая картинка наблюдается. Это огромная ель, лет, наверное, сколько, 50 точно, если не 60, так, по судя по толщине, может, и больше. Вот, ну, примерно 60 лет, так. Это не диво для этих мест. Здесь таких выворотней по всему лесу вокруг очень много. Особенно в ту сторону, где вот этот приболотница такая низина, лес заболочен, и ели, сосны держатся неустойчиво. Почве далеко корни не проникают в них, а в ели вообще распластываются корни по поверхности. Вот, в частности, тут хорошо видно, почему-то выворот не получается, так? Вот. И если только порывы ветра посильнее наблюдаются, все, дерево ломается, выворачивается, как угодно. Вот. Но вот этот выворотень, И частично даже бурелом, потому что, видите, сначала эту ель начала выворачивать порывом ветра, так? Вот о чем говорит эта часть, дно, что ли, корневое, так? С выворотчей на поверхность корнями, с почвой. А потом, значит, до конца не вывернула, а взяла и сломала ее. Получился такой комплексный, такой смешанный такой выворотень. Есть, но это ладно. Это еще не очень, не так-то интересно. Интересно другое. Вот если присмотреться к этому, к месту слома, то хорошо видно, насколько круто заворачивают слои древесины еловой, ели, по ходу вправо. Если идти от вершины ствола вниз, то заворот идет вправо вниз. Или наоборот, если от основания ствола, от корней, то заворот влево, влево вниз и с переходом на ту сторону. То есть против часовой стрелки. Видите, какая спираль? Вот слои здесь какая. Вот эти слои идут спиралью, далеко закручиваются вокруг всего ствола. И так до самой почти, собственно, до сердцевины. Вот видно, что он там сердцевина, это слои близко к сердцевине, более загнившие, так? То есть затрагивает даже, по сути дела, почти сердцевину этой ствол, этой комля. Вот такой изгиб слоев. И такая картинка наблюдается примерно где-то от основания ствола, где-то до примерно протяжения 3 метров. А там постепенно ствол уже, слои выравниваются, чувствуется это. То есть нормальный, более-менее ровный ствол. Вот. Это не изгиб не от того, что при выворачивании закрутило слои. Нет, если бы такое было, если при выворачивании это произошло, так, при ветровале самом, так, в процессе ветровала, так, вот, то, конечно, будет один слой бы отходил от другого. То есть пластинки древесины отслоились бы, они бы так не сохранились. Закрученность не могла произойти, она очень монолитная, то есть в процессе роста. Это хорошо видно, что эта закрученность произошла в процессе роста, повторяю, не во время ветровала. Итак, от чего это могло произойти? Ну, объяснение такое, наверное, здесь. Скорее всего, эта огромная ель росла на границе вот бора, более-менее сухого, так, и такой уремы, что ли, это заболоченное такое леса. Вот здесь такое полупустое пространство, редины такие, ну, как он обычно на заболоченных местах, то есть лес редкий. Это место болотина такая длинная, протягивается где-то примерно с востока на запад, вот далеко до самого Углича почти, так, до Улеймы. Очень длинная, несколько километров. И в этом направлении в течение года господствуют определенные ветры. Определенные. Вот. А если морозы ветров посмотрим, то есть распределение ветров в течение года по месяцам, так, то увидим, что как раз часто повторяемые ветры дуют именно в этом направлении. С северо-востока на юго-запад примерно. То есть примерно вдоль этого коридора. Вот эти постоянно большую часть дующие ветры в этом направлении, они эту ель постепенно-постепенно за ее крону, что ли, раскручивали, разокручивали, закручивали. Ну как они закрутить не могли, конечно, ее. Они пытались закрутить, ель упиралась так. Где, прежде всего, закрученность сказывалась? Конечно, от корня, потому что самое усилие-то от кроны передавалось, прежде всего, при корневую часть, на камлевую часть, при камлевую. Ну, вот. Вот здесь как раз эта закрученность больше всего и сказалась. А там постепенно оно выравнивается, и ствол уже там, слои годовые шли более-менее нормально, цилиндрические. То есть в виде цилиндра вдоль всего ствола. А вот здесь такая вот интересная спиральная картинка получилась.
Но только так, и, ну, конечно, объяснения нет. Преобладающее направление ветра, ветер старался ель заворачивать, она упиралась, но тем не менее слои поддавались постепенно, из года в год, каждый год поддавались, вот, комли закручивались, а там постепенно выравнивались. Вот, и вот за время жизни вот такая закрученность и накопилась постепенно, и законсервировалась, закрепилась за счет сил сцепления вот этих вот клеток древесных, они жесткие все, слои плотно скреплены, но тем не менее эта роза ветров дала о себе знать, ель поддалась этому направляющему, преобладающему ветру. Вот, и так она постепенно себя и закрутила, и выросла. И выросла вот, таком, вот с такой вот интересной картиной строения своей древесины, прикомлевой. Вот видите, что можно увидеть, бродя по буреломному лесу. Вот, не только там выворотни можно видеть с замшелостями красивыми, так даже грибы бывают на выворотнях. Интересно бывает, камни выворачивает, песок просто, почва, все. То есть можно что-то наблюдать интересное. А вот такую картинку вы увидите очень-очень редко, не часто. Я первый раз вижу, насколько интересные моменты могут быть в простой природе.